В районной администрации подарками, благодарственными письмами и грамотами отметили сегодня самых достойных жителей муниципалитета. Торжественный прием провели в честь знаменательной для каждого кубанца даты – празднование 85-летия со дня образования Краснодарского края. Наш край действительно большой, красивый, плодородный, благодатный. И этот край населяют замечательные люди, те, которые здесь находятся в этом зале, те, которые живут, работают каждый день на благо нашей Родины. Отдельным подарком для приглашенных стала замечательная праздничная программа, состоящая из разнообразных танцевальных и вокальных номеров. В числе награжденных представители разных профессий и сфер. Председатели ТОСов, учителя, бухгалтеры, индивидуальные предприниматели, работники клубов, жители разных населенных пунктов, возраста и национальности. Вижу, здесь достойные люди собрались, и каждый старается своим трудом, своим примером показать, как надо и жить, и работать, и общаться, и так далее. Поэтому я искренне вам благодарен всем за вашу жизненную позицию, за вашу активность, за вашу деятельность, труд. Вы знаете, никакой труд, я считаю, любой труд, он ценен и важен, кем бы ты ни работал. Начиная от простого слесаря и кончая там директором завода. Я и вам благодарен, что вы остаетесь здесь, живете, работаете, развиваете наш район. Спасибо вам большое. Добрый путь. Нам предстоит еще много чего сделать, чтобы поднять наш район. Действительно, благодаря этим людям район живет и продолжает развиваться. И даже самые отдаленные его уголки. Я являюсь жителем отдаленного населенного пункта под названием Тхамаха. Он находится в прекраснейшем месте. Вокруг нас окружают горы, реки, чистый воздух. Вот. Сегодня меня пригласили для вручения благодарственного письма. Очень рад получить такую награду. Рад то, что замечают даже такие отдаленные села и простых жителей могут отметить в администрации. Из зала районной администрации, взяв свои заслуженные награды, эти люди отправились домой. Вновь продолжать свой труд на благо Кубани, отмечающей сегодня свой юбилей.